забыл. Как называется? А, диабет, блядь. Диабет? О, рестарт через 25 минут. Вот это сильно. Вот это можно сразу. Ну, все понимаю. Понимаете, да, что это, Дима, это знак, понимаете? Все, я не выходной. Ну, типа, вот так вот, да, все. Пошла на лайк. Дима, ты уже в ТОК? Угу. Пинк поднялся под 500. Парни, вижу медведя на пульку в медведь. А чё не вижу щит на пулевую щит? Аршамы да халипалы бы сейчас съели. Не, ну если был бы вар, я бы вара тоже на пулевал. И в тотем на пусть. Говорят, топ тема. Дима, если брать дёрнешь, скажешь, я на икстре пока. Меня ж с рейда не кикнут. Шаманов, без того есть этот тотем, который скиллы на себя ахрит. Этот что ли как? Да я не помню, как он называется. Ну что ж забыл. А, у нас урок нету. Понимаю. Блять, 3 минуты ебаные. Лаунчер обновлять. Че там за обновление? А хуй знает. Возможно, вчерашний какой-то. Я ж не захожу через лаунчер. Это хороший. Другом опять за свое, что ли? Это хороший знак. Значит, все дальше будет нормально. Все, жертва принесена, все отлично пойдет. Лич умрет с первого трая. На Синдре никто не сдохнет. Ну на кораблях мои пацаны будут. Не, ну я что-то офигел, что так танков сильно прошибает. Так вы без Т5, что-то хотел-то. Какая разница? Большая. Между прочим, накапливается, там урон не увеличивается. И на база прошла, и нормально у меня все было. Он же просто не было стаки ставить не там может. Чш, давайте не будем орать. У тебя есть какие-то более важные стаки темы. Не может скинуть? Ну вы вдвоем говорите, вы друг друга не слышите, и вообще никто ничего не слышит. Ну я его слышу, как бы. Мы привыкли общаться как на базаре. Номер же у тебя есть, да? Да, есть. Покажу тебе. Окон-то хоть убить, что стоит. Может, мы косты ему будем сбивать сегодня? Они не сбивают.
Сегодня полетишь в рейд. Где там сколько еще? 25 осколков осталось? Да, оставьте нет, шкаф, пока еще наверное. Да. Я бы дальше получил. Жаре будет, что ли? Не, успеем. Да не, мы еще даже перенесли. Трэш побить. Ну, у тебя просто повисло. Ладно, пока. Дальше у нас безумно собирать будет. Так. Ты ж возьмешь мне в следующий раз с собой? Я тоже хочу пособирать. Ассиста мне давай. Рагнадр уливает из гильдии. Забирает волю и ливает. Кстати, шутки шутками. Такое вполне реально. Только если талик, да? Мне и так есть талик. Нафиг он не нужен. Будет два. Рыбу ставь в вагон. Ну, блять, рыбу. Сами ее покупайте. Ну ты что хотел? Высокая должность, высокая ответственность. Какая нахер ответственность? Какая должность? Я случайно в РЛ-ом стал. Через постель, так сказать. Чего у меня обменки, блядь? Да есть у меня рыба, оставь. Ласки, давай. Ты точно проходка есть? Что его не сумею. Какие, блядь, фласки? Заметь, как даже писать не могу. Кого не сумею-то? А, жирный тип. Жирный тип. Алло, у тебя убит? Фул целка, бычка и взломан. Нельзя принять это все, да нет. У него взломан его. Я вижу. Проходи взломан, без взломан не пускает. Да, мы в ХМ. Сейчас я бы морально включу. А чё, Данич не может Фредрика? А без ума в танка, например. Так, Немер, пошли с нами тогда. Не Фредрик, что ли? А, все равно Ретрик уже есть, Атокс. А ты откуда зашел, да? Ассист дайте.
Ешь церковь, кто еще не понял. Теперь так ассист. Все, в принципе. Все вроде бы здесь, Никита. Никита, ну что, мы стартуем, нет? Ой, блядь, ну стартуйте вы, господи. Давай отчет хотя бы, РЛ. РЛ. Геру. О, пошел, видишь? Разошелся сразу. Иди ты нахрен своим рельсом. Молодец, блядь. 500, блядь. Понимаю, сдохнуть, блядь, на пуле босса. Шибейте. Шипы. Что вы? Ты дамаж давай, не переписывайся. Я вижу. Еще и лучера не дал. Видит престиж. Давай мне. А, ты так вижу? А ты да. Видишь их, да? Да, я вижу. Я ж кое сделал. Давно не видел жить на ручьем буте. АФКшно накрашен, надо отбежать, впрочем. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Рэл мужчина, если что. Разглядеть источник истинной силы. Рэл не сова, Рэл враг. Подтверждаю. Публик Тавриэлла вообще поставил. Раком? Да. Дима.
Чья? Даже ты его раком послал. Ну, клиент вылетает, можете заранее выходить, обновляться. Приятного аппетита. Там ложкой у микрофона был бы. Да. Еще сильнее, ничего. У меня на кнопку. У тебя кнопка на рту, что ли? Вторая кнопка. Ты чувствуешь, когда у тебя, блядь, загружено 105% нахуй? А, там такое обновление прикольное. А? Понятно. Такое обновление прикольное. Я перезапустил, все нормально стало. А какая хрен разница, если загружается? Это просто же интерфейс. Там, там просто еще одна обнова. Ну пусть дальше качает, какая разница. Хоть 200% качает. Две обновы за раз, прикольно. Да. Понимаю. Раки в атаке? Раки это пиво. Все, идите качайте обнов. Кстати, можно так гильдию назвать, раки в атаке. А я думаю, занят. Посадить. Уже занят. Хочу с рожей босса к входу, а он сразу под рожу залез. Вот. Хотел рыбки покушать, а отведал топора, да? Получил по жопке. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломиться. Будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой... Блин, что такое? У меня просто игра закрывается, и все сама. Не знаю. Она тебя защищает, дурак. Изоляция. У меня получается рабочий стол открывается и как бы мышка как Вовки. Поэтому закрыли. Не хочу. Олежа, ты где? Проснись. Олежа, Тензера, вы здесь? Сайбот, выруби микро, пожалуйста, прям слышно, как ты прокликиваешься. Сайбот, пока заходи за место скилла. Какого там механической клавиатуры, блядь? Сайбот. Как раз таки. Кнопка не работает. Жадница, ты бы тоже от кнопки поставил, у тебя фон идет. Ой, блядь. Блядь, пальцы тогда убери. Это фон идет от трака. Не только от трака. У нас есть другой рак.
Рыбу ешьте. Киловатт зашел. У меня еще обновляется 15%. А что ты все это время делал? Да, кстати. Сука. Что ты все это время делал? Козли. Да. Ты же в курсе, что сейчас хоть скачаешь? Спирит в рейд хилить. Пиздуй в рейд. Пиздуй в рейд, так меня еще не приглашали. Дай и уходи. Спасибо, я здесь. Лови КД, все, свободен. Может, экономить ты с пугами гир соберешь? Ну да. 8 боссов, можно на 9. Да нахрен мне не сдали все мои. Ну, Шизик, добрый путь. Ломтик собирал. Как слепнули с тобой? На? Как ты тебя раскинь не разговариваешь? Так, ну все, тогда вам тотем не нужен на милишников. Че такое? Джесси Гейл присоединился к рейдовой и покинул. Джесс Гилл, покидай гильдию. А, то он бы сюда переплыл. Ну чё ты стоим-то? Давайте уже. Никит, тебя не слышно, если что. Это сейчас мне, кто сказал? Мне кажется, он не говорит. Подожди секундочку. Не, ну он частенько такой, я это все время говорил, а вы меня не слышите? Не, он просто, я без микро. Охренеть, Атта умеет разговаривать. Да. Надо почаще в рейд ходить. Надо. В смысле рейдите сами? Давай ебаш. Все готовы. А, блять, как Саня, нахуй. Ой, рыльте сами, все не буду ничего анонсить. Че нас распределять-то? Ну какие группы слева, какие справа? Блять, вы без меня знаете. Первая слева, вторая справа. А третья и четвертая. А третья и четвертая. Это аналогии с первой и второй. Справа и лево, да? Да. Понимаю. Да, погнали. Киями, нагли. А справа это слева или справа? Слева и справа. Блядь. Трэш. Короче, должен быть. Шизик, Сибелла, другом. Сибелл еще за контролем. Смотри, у меня лягушка не на панели. Ёбните этого Шизика. Уже, блядь. Помощники скажем. Трэш. Че у меня вопрос? Хант на пуле, ага. А лестницу там убить моба. Еще будет. Моба.
Моба, моба, Верония, качу на Астралию. Астралия, какого хрена на тебе зеленка? Ведь серьезно, моба добить не можете. РДД пустые. Ходите, блядь, каждое КД. Снимите корни. Трэш сейчас вылезет. Босса не бейте, фрэш, босса не бейте, фрэш. Аня, ты просто везучий человек. Сейчас контроль будет. На лестнице милики убить могу. Переводи. Меня с карчика шизика. Меня законтрольте. Сейчас всех убью. Прокол пошел. Ты куда ночь? Медведь, трэш собирай. Ну, собейте, духи РДД. Следите, духи РДД с левым. Гео! Слышь, я тут хилю. Не до Геры. Хил, блин. Опять духи. С лестницы идет. Идет на призрак. Контроль. Ох, ты. О, чепуха не снимает. А, найс. Nice. Прикольно, прикольно. Дух отдал на ману. Так, подними меня, я Сибеллу. Сибеллу поднимешь, вот она. Сибеллу найти. Дух в мелизоне, два идут. Идет в мелизон. Костры сбивайте. Дух. Ки. Охрененно. А как? А кто бахнул? Жопа, косяк. Контроль. Рэч. Кто бахнул? Рейд, чат, видишь? Спасибо. Не вижу, не до этого. Спирит, кто? Опять дух. А, я только Никиту не задамажил, да, который рядом со мной стоял? Дух. Спирит. Войт, если можешь, подними танзел. Духи. Контроль. Пуха не снялась. Что за хуйня шабом? Да, заебись, пуха не снялась, а макрос мы не имеем. Говори, бесполезно. Духи, милики, духи, убегайте. На милики, блядь. Духи. Центр, блядь. И слева. Духи. Мелизона. Контроли. Леджека я ту. Духи, блядь. Духи, Мелизона. Красавчики. Долбоёб. Веруня, убегай, 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 Веруня. Бегай, ёпта. Духи слева. Беги. Трэш. Два ляма. Играйте все в босса. Где в босса играете? Два ляма осталось. Давайте, давайте. Чуть-чуть. Три стака. Красавцы. Вагоны, блин. А как так? Никит, я стою с тобой, и меня убило, а тебя нет. Бахнул не я, это точно. Потому что рейс. Я опять повторяю. Не, рейс, я рейс, стоял рейс. Рядом с тобой. Это что за магия? Тауф Симус. Ну какой резист? Ну если я впритык стою в Никите, меня убило, его нет. Ну бахнул точно не я. Я бахнул, как это произошло. Второй раз. Второй раз Танзера бахнул.
чате пишет ты. Блин. Нет, сейчас. Сначала Танзера пишет, потом я. Потому что меня убило духом. Первый раз я хрен знает вообще, как получилось. Если хочет, пусть Дима скинет. Вот этот мусор нужен кому-нибудь? Давай я возьму. Паролу? А, понял? Да, Шизик, а тебе нахрена? Сибелла. Тебе посох и шлем. Угораю. Тебе на лечение надо собирать. Да, собирай. Уримак. А Данич вылетел куда-то, да? Он сказал, что на ханта зайдет. Понял. Я попью пока, подождите, пожалуйста. Вообще не знаю, что с вашими твинами, блядь, делать. А кто танчит? Астра... А, нет. А. Не вдеть, блин. Осуждаю. Спасибо. Да, человек не поем. Дредром? Что съебал? Лёха всё-таки затанчил. Жадница. А зачем? А, рысикашка. Профессионализм. Перед лицом. Задница. Нет, крыльями. Батьку. Задница. ПМ чек. А это сейчас что прилетело такое большое желтое? М? Говорю, ПМ чекни. Так не чекай оттуда. Че, вместо жадницы хочет? На корабле? Пизды. Пизды влеет. Тунга, ты тут? Шкаф поставьте. Я еще в боте, значит. Поставьте шкаф перед кораблем, не на корабле. Перед кораблем поставь шкаф. Вот здесь, вот здесь, перед кораблем. Иди сюда, вот на землю, Верунья. Я стою, блядь, Верунья, иди ко мне, Кощун. А мне идите, вот где я стою. Кощун. Вот здесь, Кощун, сюда иди. В Караганде, блядь, где я? Да не сейчас у Мони. Нет. А, он тут, ёпта. Чего тебя на корабле не устраивал шкаф? А там сумонят, они падают, текст. Чё? Первый раз слышу вообще. Да корабль же ещё не запустили, там нормально, по-моему, да, сумонят. Типа. Ты чё? Нет, падают. Скажи, не по фэншую на корабле шкаф имеет, да? Тунга, сумоньте. Тунга тут. Айбаб, значит, сделайте и поехали. А где Сибелла? Сибелла, ты где? Сибелла съебала, получается, да? Сибелла отсюда. Ждем Сибеллу тогда. А может, как бы... А, игрок не найден. Понимаю. Джетпаки берите, Сибелл зашел. Сибелла, беги, Сибелла. Она стоит. Сайбот, куда? Сибелла тут. Бежит. А что-то налагает. А все, тут. Заходи на корабль. Будешь лагать. Так дальше продолжим. Лагай тут пока пойдешь. На корабле, пожалуйста. Айбав, дайте по всем этим. А бранцы берите, поедем. Мы же ебались. Какая рыба, блять, вам? Че, хуел? Рыба, блядь.
Пидорная рель получается, что ли, правда? Рыба на корабле. Да, кстати, у Рождандру всегда вайпы на кораблях. Давай, короче, запускай уже. Так. У нас Мишка, да, идет на корабль тот? Нет, Мишка здесь, значит, проще. Ему проще держать будет. Ну, я в том плане, что Мишка все-таки пожирнее будет, нет? Медведь здесь соляного трэш убивает может, а ДК там нормально поддерживает. У ДК самоотфил есть. У меня просто привычка. Для меня вот в сердце, в душе всегда там стоит адский. Там Димочка. Нету Димы. Нету Димы. Нету Димочки. Нет. Он всегда останется в моем сердце. Аня еще и плюет с перьями. Верблюд. Ненавижу нытиков. Ну, это как бы ради Яков. Делается. Сибелла, блядь, мертва, понимаю? Ладно. Элизабет, ты хочешь... заменим. Ту этот? Поезд, что ли, оттуда хочешь? Если да, то не советую тратить на него ЕП. Он заебись, групповое стоит. А если ты за запами, то тоже можешь не плюсовать, я их заберу в любом случае. Сколько у тебя? У меня больше, чем у меня. А сколько у тебя? У меня 15 кп. Эх, а их. Так, блядь. Мы чисто. Чисто кикай за ними. Да, понимаю, спасибо. За провокацию кика сгибли. А я? Или второй раз тебя, что ли? Нет. Ну, я не уверен, что второй, возможно, и третий. Вроде второй. Вроде. Ну, скоро будет третий. Так, блядь. Подожди, второго еще не было. Куда ты торопишь события? Подожди, не загадывай. Мага. Железный на кухне нужен. Че, мы тогда ждем, пока Сибелла перезайдет, чтобы сундук не открывать? Ну да. Ну красиво это получится. Все так же будет плохо, то походу даже 40 придется замену брать. Да просто там проблема же, это, как его, на сервисе какой-то трэш, потому что у Купы сегодня на X3 было 15 тысяч на Ола. У меня вчера было 800 под вечер. Вообще не понял, для чего так. Воксимус. Ну да. Не поспорю. Блин, когда у нас на кораблях это в пушки будут хилов пускать? Когда их не будет. Кого? Когда хилы будут багать пушку, что становится. Ракеты убирать будет этот корабль. Понял. Кстати, а пушки нельзя забафать? Можно. А если на них наложение, хотя они будут? Это... А этот как его... омоложение? Омоложение же это энергию. По идее, МК на них работает. Должна. Сразу начнем кайтовать. Что, валим, нет?
Хуй валим, еще один маг вылезет и будет ваш валить. Хотя можете, возможно. Успеете, нет? Там чуть-чуть осталось. Нет, нет. Сдохните, все равно ваши проблемы будут. Прилетайте. Маг сейчас выйдет. Не-не-не, ой, блять, возвращаемся. Сука, вообще чуть-чуть осталось. Быстрее добиваем. Поехали отсюда. Бля, безумно сейчас шотник нахуй. Не хочу лайк на корабле, блядь, видеть. ДЦ есть, пусть ДЦ зубу дашь, или нет ДЦ? Нет ДЦ, да, нам... блядь. Нет ДЦ, перелетаем, блядь. Как ты? А, бля. Все, лети. Саня, спекайся быстрее. Нихуя себе. Сибелла, заходи. Они одноразовые крылья, а ДЦ на несколько секунд урон увеличивает, ну, уменьшает. Увеличивает. Увеличивает. Я посмотрел на это. Я, конечно, понимаю, что крылья лучше, но они одноразовые. Сундук не трогайте. Что? Сибелла, ты тут? Заходи. Подожди, подожди, подожди. Персей, вставай. Подожди, 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 она не зашла. Дух. Заходи в целка. А можно мне открыть? Ну да, если бы они распрокнули, то они тебе уже ничего не открыли. Можно я открою? Не открывай. Ну все тут. Нет, еще персей не тут. От нет, ваншота увеличение захила не работает. Ну можно я открыть? Да, я понял, что все было это тут, персей не тут. Можно мне открыть? Пожалуйста. Да блять, сейчас зайдет, нет. Откроешь. Все, все открывай. Сука, кто? Не, не я сейчас. Сиди, блядь. Ты, да? Разбираюсь. О, Рагнадрусь, можно было колечко. Не... Это... Угу. Сейчас фул ИП, блядь, отдам за это ебаное колечко. Да и штук там два. А потом Салара, блядь, придется забирать по новой. А чё, роль будем? После Саурфанга будем. Понял. А Сибелла... Колечки, кстати, и правда пиздатые. Сибелла, как с лагами, ещё так же? Никит, можешь линкануть, пожалуйста, в рейд? Да, ты посмотри. Норм сейчас. Есть. Там гнездо фиговое синее. Спасибо. Не знаю пока, Данич. Там рыбу поставили, ешьте давайте. Погнали уже. ЦЛКшные, да. Уберу пепелку. Да подождите вы, сын, погнали, блядь. Торопиться некуда. Ну, что такое целенько? Не, просто, блядь. Просто, я попросил. Блять, медленный кач. Че вы ролить начали? Че, вагоны что ли? Активировал уже. Четыреста тысяч? Кредит беру. Кредит. Вон, да, ничего не стоит. Дайте помогам, рыба. Может, фул рыбов сделаем тогда уж? Скарчик, ты не наглей? Да, фул рыбов бы не помешал. Касочку там, к примеру. Без просмотра папа, например, было бы неплохо. Да нет, это зачем? Тоже было неплохо. Да, давайте две воли. Каску! Так, вообще возможно, нет? Дайте каску по шизику уже. Гера. А, что? Жалко. Разве два талика? Там же тоже за одна шмот. ТБЛ это же с этого падает? С гнила морды? Два. А, два смотри. Объекта может или даже три. Три чеша. Разберите с меня эту хрень. Мне как-то тут не дали. Ты все равно не дамаг. Я без каски не дам. Ух, я бы обиделся. Выебал просто. Ты про кого? Ты как думаешь? Шизик? Угу. Вы не обижайте его. Юродивого нашего. Трэш. Это обидно было.
Я сейчас взять на вашу мину. Ваша красота. Я тебя не Чё так мало ДПС уже по 24 к? Ты ж слабый. Ну вообще да. Что-то ДПС, а нет. Тебя какая-то сова, блядь, передамаживает. Ну, чё поделать? По нерфили. Да. Чё, вообще сова? Видишь, их хоть апали, а нас-то не апали. Да. 24,5, ну чё это? Шо пошмоты. Вижу. Я даже престижа не обогнал. Ааа, такой спина. Осколок, отдай. Да, я вижу. Вижу, я вспомнил. За перчатками на ДК. Рольте сразу этот мусор. По роллу, да? Да. Вот это да. Телепорт. Вармс. Скоту. Я чувствую, как король Лич наблюдает за нами. И, наверное, точно на сорке не было. 200. Так, 4,5. Еще чего-то. Было 200. Раз. 2, 3, так. Хоть были. А на кого квест? Сейчас все знает. Скорее всего на Синдру, наверное. На Синдру, скорее. Пожалуйста, мне на чунку. Зато 200. А то оставим. Фу, блять, я уже думал, я на варе хотел забрать. Ставили 400. Сбили. Потом обмен дальше. У нас очень сложно одеть танка. Так, ну ты говно. Не знаю, хоть и пало 200. У нас танкошмот ролят все, но только когда дело доходит до того, чтобы потанчить. У нас никого нету танка. А у меня есть неплохой танк с плохими трениями, но опыт. Мы глубоко говно. Возвращайте Мэнглоба на тот танк. Никея, подойдешь, обмен будешь. Дима, тебе придется перед ним извиниться. А че, он запустил Диму? Монетка 200. Ну, если поставишь, больше отдам. Забирай. Ну ты дурак. Там кто-то заявит, а все уже. Войд 200. Никиями какой? Даже не думай. Фотку еще забыл составить. И бот 400. О, боежки поперли. Ой, будешь больше стать? Да, конечно. Я забрал. Че там дизерон? Да, пишет это. Короче, я так и понял, что там сплошен делать. Давайте первое кольцо 200. Сейчас опять фул ЕП прицелили. Ой, еще боешь. Ой, еще боешь.
Тут не бое. Нет, это хреновая МДЭ. А, ну, не, это тринка, она не боешь, я это понял. Так, у кого там самая высокая ставка была, блин, с боешками? Сайбот 7К, раз, два, три. Ротана. Исследователя убить. Второе кольцо. Есть. Я понял. Чё я забираю? Нормально. Нет, верну меня, извините. А Дима, возьми лучше Савара. Сейчас нахуй все оденутся, блять, один я буду, сука, как бомж сидеть с весовой ебаной. Ну? Сам, Дима, возьми с птицей лучше, там, с красным гнездом, и падает часто. Кощун, оно падает, по-твоему? Да. Вон, часто посмотрю, падало. У меня. Когда оно последний раз падало, блядь? Недели две назад. Когда меня не было? Разве не проковое? Убейся, нет? Угу. Когда меня не было? Круто, блин. Там три сотки СПД. Проков. Они пизайзят. Они бесполезные, честно. Лучше больше крита, чем вот эти три сотки изредка. Три сотки. Ну, 280. Стабильность. Это стабильность. Так мы спереставали. 285 тогда даю. Три сотки. Надо бельт или переставить это кольцо. Нельзя, что эти бельты. Обмен кидайте, кто там рулил. Плащ за 400. О, арктический. Ты плащ за 400, что ли? Сайбот. Что же делает? Стали запах. Как вы большого бойца довели? Специально. В любом случае его убили. Специально. Мы же убили эту вонючку с принца. Ловушки сняли или нет? Нет, яме, обмен, подойдешь дальше. Мишка, не туда. Танзира, я не понял. Да ё... Алло, что за дела, Танзира? А можно меня представить, пожалуйста? Свои штуки будет. Спасибо. Вперед, будешь дальше ТП меня сливать, а на роллом все забирать будет. Хрена. Не похуй, блин. Чё? Тыкайте с гильдии, поебать. Ну типа, блять, ты нашел на чё, блять, агриться нахуй. Так ладно бы это был первый случай. Блять, Никит, ты так говоришь, будто он это ЕП не последний там сделал. Типа. Еще раз. Никита, опа, как... моя. Нет, моя. Моя сказал. Моя. Иди к папочке. Сука. Хайчи. Сколько я выкинул, интересно? Ну, конечно, 13. Вот вам рыба, садитесь, ешьте.